Алиса, рад, что ты с нами. Ред, а ну сядь. Беккет, надо откалибровать стой. Молодец, хорошо. А нафига вообще им сдалась эта Аристи? Не знаю и знать не хочу. Ред, мы не обсуждаем приказы, а выполняем. Стокс, рассказывай. Наш объект Женевьева Аристит, президент корпорации Armachem Technology. По разведданным она прячется в пентхаусе. Задача — блокировать здание и взять ее под стражу. Вернее, под защиту. Не бить, даже если будет сопротивляться. А она наверняка будет. Мы считаем, что она напрямую связана с резней в главном офисе Armachem. Как я уже сказал, не знаю и знать не хочу. Она важный объект, мы должны ее доставить, это все. Сделаем все по правилам и чистенько. Шеф, расслабься. Она менеджер. Что она сделает? Отправит злобную СМС? Дело не в ней. Командование считает, что совет директоров Armachem заметает следы. И они постараются, чтобы Аристит держала язык за зубами. Фокс, ты со Стокс. Гиган, ты со мной. Беккет, Ред, Мэнни высадит вас перед главным входом. Встречаемся в холле. Блин, почему я должен идти с Брекетом? Потому что я не люблю нытиков. Ну, вперед! Еще раз, не стрелять просто так. Мы должны найти Аристит, а не снести ей башку. Какая-то лажа. Неужели эта баба так крута, что ее не смогут взять копы? Радуйся, что нас не бросили в офисы Armachem. Там разведчиков в клочья порвали. Ситуация выходит из-под контроля. Ваша остановка, парни. Ред, Беккет, доложите обстановку. Все тихо, шеф. Хорошо, мы идем внутрь. Шеф, кто-то пришил уборщика в туалете. Стреляли в затылок, в упор. И в холле стреляли. Один точно убит. Судя по крови, есть второй. Давайте быстрее. У нас неприятности, вперед! Беккет, под ворота! Тут чисто! Хаус Аристит ведет отдельный лифт. Но он сейчас заблокирован. Подождите минуту, я разблокирую. А если хотите, идите по лестнице. Нахер, нахер! Кто-то тут кровью зашел. Может, в аорту попали? В аорту? И какая это подключичная или сонная? Друг, шутки над чужим невежеством — признак неуверенности в себе. Надо скорее найти Аристит. Согласен. Фокс, охраняй холл. Ред, на лестницу. Остальные за мной. По лестнице? Шеф, ты чего, не в себе? Там же 1000 этажей. Меня не колышет. Черт. Опять. Гиган, что там? Черт! Сукин сын! Он теряет кровь. Черт! Я им займусь. Стокс, Беккет, идите вперед. Шеф, броня остановила большинство пуль. Но одна прошла насквозь. Хреново. Плохо, но жить будет. Эй, Гиган, ты как там? Кажется, они задели аорту. Чувак, ты упарил. Какой вид, а? Ну, Беккет, нас теперь двое. Будь начеку, я в тебя верю. Народ, смотрите, в кого целитесь. В Аристит не стрелять. Напоминаю, она нужна нам живой. Иначе премиальных не будет. Готовится. Расходы! Нужно подкрепление! Беккет, шевелись! Группа. А ну живо сюда! А я проблемы не люблю. Где эта чертова вертушка? На балконе. Уже высаживаю укрепление.
армейский спецназ. Вроде чисто. Молодец, Бэк. Иди здесь, я найду другой вход. Рэд, ты где там? Все еще поднимаюсь. Жалкое зрелище, иначе не скажешь. Отсоси! Они штурмуют здание. Похоже, это люди полковника Венека. Эта кровожадная тварь подчищает дерьмо за советом директоров. Если меня найдут, мне конец. Я поднялся наверх. Все чисто. Ну, наконец-то. Попробуй найти Стокс и Беккета. Так точно. Я понимаю. Сопротивления почти нет. У меня тоже. Видно, они навалились на прыжки. Для тебя это сильно. Все. Направляйтесь в спальню. Там есть потайная дверь. Черт, кто-то глушит сигнал. Думаешь, кто-нибудь поверит, что совет... Занесение!
надо остановиться. Она слишком опасна. Ты хочешь, чтобы я замуровал свою дачу? Ты знал, что будет так? Мы оба знали. Сержант Беккет, где остальная команда? У нас мало времени. Вы и ваша группа — наш единственный шанс остановить Альму. Боже, это она. Упрямый сукин сын, похоже, свел нас всех в могилу. Сержант Бэк, что-то не так? В чем дело? Мало времени.